Я не считаю, что палестинцы арабы. А арабы – это такое же широкое определение, как славяне, например. Ну, а в славяне попадают и поляки, и болгары, понимаете? Настоящие арабы – это Джазира. Это арабский полуостров, это Мекка, Медина. Палестинцы – это хананеяне. Семиты, безусловно, но это финикийцы. Это потомки тех греков, народов моря, которые когда-то там в древности атаковали Египет. Это потомки разных. Но субстрат, вот основная часть, это семитский субстрат. И их язык, арамейский или финикийский язык, ну, корни вот эти семитские, они, естественно, были поглощены литературным арабским языком, когда пришел Коран. И Коран дал некий универсальный канон арабского языка. И поэтому у вас совершенно абсурдно люди от Магриба, от Марокко до Тигра и Фрата называются арабами. Хотя это, как сказать, европейцы. Но в европейцы попадают и норвежцы, и итальянцы, понимаете?